четверг, 14 января, в Малом зале Центра культуры прошел музыкальный вечер камерного ансамбля. Коллектив представил классические произведения, музыку из фильмов, народные мотивы и другие музыкальные жанры. В программе мероприятия прозвучали бессмертные произведения Эдварда Грига, Иоанна Штрауса, Жоржа Бизе, Петра Чайковского и многих других композиторов. Продолжением цикла концертов станет музыкальный вечер оркестра русских народных инструментов «Метелица». Он состоится 20 января в 18:30. Цикл концертов музыки «Зимний узор» далее продолжит хоровая академическая капелла имени Евгения Алхимова 26 января в 19:00 и ансамбль русских народных инструментов «Арт-квартет» 30 января в 15:00. Вход на музыкальный вечер бесплатный по контрамаркам, который можно получить на вахте МЦК. Телефон для справок 62 61 84.